Ну вот сегодняшний обед, дорогие мои, 10 мая. И груши поплыли туманы над рекой. Ходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Вот так надо жить. Обед сегодня тоже праздничный. Щи из свежей капусты с зеленью, вот так вот, со сметаною, вот такой, и самса, естественно, слоеная, и компот из свежих абрикосов, смотрите, я их люблю вот так вот, разваренные, и песня, песенька. Звоните от Катюши, передай привет. Звоните от Катюши, передай привет. В общем, короче, обед тоже музыкальный. Так что сегодня тоже праздник. Вот. Все будет нормально. Кайфуйте. Живите, радуйтесь. Это родную Катюша сбережет. Всем приятного аппетита и хорошего настроения.